Что же у нас все-таки получается после сборки сабвуфера? Самостоятельная, да еще до кучи в первый раз. Так, ну отмечу то, что одной упаковки клея не хватило на сборку сабвуфера. Но я, правда, сам не экономно расходовал его, так как я хотел жестко закрепить шайбу. Сейчас я покажу, как я сделал это. Так, я сильно израсходовал клей. Вверх я клеил уже, получается, на обычный момент кристалл. И колпак тоже не родной, приклеен тоже на кристалл. Тут имеется щель по окружности, я не стал ее доливать. В принципе, колпак держится идеально, так что не столь важно это. Так, подвес у нас приклеился замечательно. Я уже его немножко размял, был вообще дубовый. Так, по косякам, вот здесь я решил убирать остатки, ну, излишку клея момента. Решил убирать ватным диском, и в итоге вата прилипла с этой стороны. Но хорошо, что я не до конца это все делал, поэтому, отбросив эту идею, дальше все приклеилось изумительно. Вот единственное здесь тут. Ну, это можно стереть, но не вижу смысла. Уже и так видно, что сабвуфер непростой. То есть видно, что он лепился уже сам, самостоятельно. Итак, подвес я приклеил и зафиксировал его канцелярскими прищепками. Как они правильно называются-то? Зажимы. Канцелярские зажимы. Черные. Фото прикреплю, короче. Так, ну тут, наверное, не видно ли, видно будет. Так, припаял я так себе, конечно. Ну, некрасиво, но работает все. Провода видно, что выведены у нас в колпак. То есть не в колпак, а под диффузор. И под диффузором я там их также проклеил, чтобы они держались там устойчиво. И припаял к выводам катушки. Далее у нас здесь теперь... Вот, кстати, видно, как саморезы выглядят. Вот здесь они насквозь немножко прошли, но это специально было сделано, можно даже было еще пониже. Вот видно излишки клея, ну как излишки, это специально промазано все было клеем. Ну здесь я, тоже клей, еще вот эту я дополнительно приклеил. Так как они просто идут на защелках, я их дополнительно еще приклеил. И так, здесь я ничего не приклеивал, здесь в принципе... Ну, чтобы провода ходили, но они все равно не ходят, все четко получилось. Так, здесь у нас терморегулятор. Я его заплавил, чтобы провода не гуляли, не перетирались. Вот видно катушку нашу внутри. Катушку чуть-чуть неправильно поставил, чуть завысил. Но это ничего страшного. В принципе, проверил, все работает изумительно. Все превзошло мои ожидания. Так, вывод. Вот такой вот вывод у нас на термоконтроль. Фишечка. Сам термоконтроль сейчас покажу чуть позже. Да и все, в принципе, что объяснять. Подводящий, вшитый, уже все проверил, все играет четко. Ход изумительный. Колпак увеличенный я поставил. У меня был... Ну и все, все склеилось, все работает, ничего не задевает. Вот эти пластиковые, ну пластиковые вставки типа зазора, я оставил до самого последнего момента, они у меня стояли до того момента, как я стал приклеивать колпак. То есть у меня уже приклеился диффузор, здесь, там. В основание катушки я еще пролил эпоксидным клеем моментом, в шприце двухкомпонентный. По окружности пролил, как заводской считается. Ну, как выглядит заводской такой большой наплыв. Вот так же я его сделал, чтобы четко держался, крепко держался диффузор. Он у меня протек туда и, в принципе, там еще зафиксировал, потому что я думал, что еще как бы там проклеить. Но, в принципе, все протекло, все четко встало. Так, да и все. САП работает, работает отлично. Так, вливал сейчас примерно 300 ватт. Ход безумный, термоконтроль работает изумительно. И еще покажу сейчас фишечку, помимо термоконтроля можно поставить, так сказать, защиту. То есть при достижении определенной температуры можно сделать так, чтобы усилитель отключался.
Тем самым, если вы это не заметите, то вас спасет автоматическое отключение сабвуфера. Так, еще что хотел бы отметить. Только что тестировал. И на... Так, у меня получается напряжение 12,7. Напряжение при 300 ватт никак не падает. Держится стабильно. Включил на усилителе... Включил на этом усилителе все, что возможно. Бас-буст. Все выкрутил на максимум. Ну, так, как вы любите. Напряжение 12,7. Два моста. То есть на каждую катушку четырехканально получается дает у нас в 2 Ома. Очень сильно греется. В 2 Ома она... Ну, в 4 Ома она дает 200 ватт на канал, получается. Ну да, где-то 200 ватт на канал приходит. Примерно в 2 Ома. Просада нету. В принципе, для Супры 40 ампер это за глаза. Все вроде. Все, что... Сейчас перейдем к усилителю. Все примерно покажу, как играет. Все четенько. Как работает термоконтроль, как работает термовыключение, объясню. Как я не я буду реализовывать, а просто как испытание сделал на этом сабвуфере. Но думаю, может внедрить все-таки к себе в систему такую вещь. После тюнинга основного сабвуфера. В принципе, результатом очень доволен. Вообще просто шикарно все получилось. Все теперь идет, упирается в то, что как это все будет в дальнейшем играть. 400 ватт, понятно, но хотелось бы влить побольше. Так что в одном из следующих видео я постараюсь все-таки влить в него 3500 на синусе на определенное время. Посмотрим, какой ход. Замеров делать зимой не буду, нету смысла. Может, летом еще, если я его не продам, то летом еще замерчик сделаем, что он даст. В принципе, переходим. Ребята, коротко по системе. Это у нас сумка, купленная вчера за 1300 рублей бэушная. Подключена двумя мостами. Катушки 2 Ома, то есть на каждый мост идет по 2 Ома. Далее. Блок питания импульсный на 40 ампер. Клещи токовые в виде вольтметра у нас будут использоваться. И сам терморегулятор. Вот так он выглядит, как обычный вольтметр. Похож на обычный вольтметр. До 110 градусов плюсов, до 50 минуса. Ну, минус нам не нужен. Плюс 110. В принципе, для бюджетных сабов температуры 110 за глаза будет. Еще хочу отметить, при выключении сабвуфера, при нагреве, то есть когда у вас сабвуфер нагрелся до определенной температуры, выключая всю систему, рост температуры все равно продолжается. Так как вы отключаете охлаждение и по инерции, или как, не знаю. Ну, короче, продолжается. Например, на 100 градусах, если выключить сабвуфер, до 105 градусов он вырастет все равно в температуре. Примерно... сколько получается? Ну, 5% он повышается. На 5% температура все равно повысится. Итак, сейчас подключим оба моста, плюс-минус. На усилителе все, что есть, все выкручено в максимум. А именно там срезы от 30 до 250. То есть на 250 выкручено. Немножко петь будет, нам насрать. Далее бас-буст включен. Короче, на бас у нас все поставлено. Питание, напряжение у нас 12,7. Стабильное. Не знаю, кстати, с бас-бустом не пробовал. Может, сейчас с бас-бустом будет просад. Так, в принципе, все хорошо. И провода боль. Усилитель боль. Тест. Не знаю, наверное, нормально все получится. И линеечки у нас от компьютера. То есть от компьютера сейчас буду музычку включать. Начнем с синусов. С 20 Гц. И пойдет постепенно там. Я не знаю, там немножко перепутано, так что он сначала низа там до 30 проиграет, потом начнется там 45, 32, ну разные частоты пойдут. Заодно посмотрим рост температуры, так как я заметил, что на низах рост температуры не идет, если у нас нормальное питание. А если уже после 35, там ближе к 40, уже начинается рост температуры, причем неплохой. Это связано с тем, что, скорее всего, уменьшенный ход идет.
и катушка не успевает охлаждаться, поэтому идет нагрев. Ну давайте сейчас все подключу и перейдем непосредственно к усилителю, ой, к сабвуферу. Итак, запустил нашу систему. То есть сейчас комнатная температура 27,1. Ну это на катушке прямо датчик находится. И показывает температуру у нас 27,1. По поводу включаемых сейчас синусов. Сейчас начнется синуса от 20, дойдет примерно до 30, потом 39. И дальше сороковники пойдут до, там тоже с промежутками от 40 до 45, потом 49, потом 52, потом, ну так, чередоваться будут синуса, если дойдем до туда, если не сгорит усилитель. Так, сабвуфер, если вот так держать, конечно, он будет сейчас сильно дребезжать, так что я его впоследствии включу сейчас синус, он пойдет, сабвуфер начнет шатать. А потом я его на бок перекину, чтобы снизить вибрацию на пол. Чтобы все не вибрировало у меня здесь. Так, ладно, поехали. Тест пошел. Вольтаж без понижений. Все офигенно. Вот у нас пошла жесть. Следим за ростом, температуры. Температура пошла вверх. Ход примерно около 3 сантиметров. Сейчас даже больше. Температура растет, 28. Так, у нас следующая 29 герц. Дальше 30. Температура 28,5, напряжение не падает. Небольшой просад там на 0,01. У нас пошли 39 герц. Очень быстро начала расти температура. Резкий рост, прям как секундомер. Oh.
нету. Температура растет. Сейчас должна пойти вниз, по идее. Так как у нас охлаждение сейчас неплохое должно пойти. Температура у нас все равно продолжает расти. Попробуем сейчас включить синус и зациклить его на 25 герцах, потому что самый большой ход был на нем, по-моему. Так, зацикливаем на 25 герц. Температура перестала расти, 43,3 градуса, 43,2. И в принципе, я думаю, сейчас начнет понижаться. Да, 43 градуса, 42,9. Тем самым могу отметить, что при большом ходе на 25 герц у нас идет более лучшее охлаждение катушки, и температура начинает падать. В принципе, 25 герц, сабвуфер, ход около 3 сантиметров, мощность около 400 ватт, но, скорее всего, меньше, просада нету. Температура падает стремительно. Так что могу отметить то, что если вы слушаете низа, то в принципе, если у вас нету просада, сабвуфер греться не должен вообще. Сейчас я, короче, подключу термоконтроль, настрою его примерно градусов на 40, включим какой-нибудь синус около 45, и настрою, что при достижении 40 градусов, чтобы выключилась вся система. Чем же будет осуществляться выключение сабвуфера, то есть не сабвуфера, а усилителя я сделаю именно, а вот таким вот электронным термостатом. У меня уже был на него обзор, можете, в конце видео прикреплю ссылочку на него, можете перейти и посмотреть. Там, в принципе, вся инструкция по нему сказана. Он имеет у нас такой же вывод термодатчика, датчик точно такой же. Имеет реле, имеет вход своего питания, и в разрыв ремолта мы ставим провод. То есть выставляем температуру выключения, например, 40 градусов, как я сейчас выставлю, и у нас он при достижении данной температуры размыкает вот эти контакты К0 и К1. Он размыкает контакты, и у нас автоматически усилитель выключается, но сам термоконтроль будет работать. То есть мы будем видеть температуру, что, допустим, у нас 40 градусов, все выключилось, и при можно еще выставить, при каком уровне температуры он будет включаться. То есть, например, выключение у него будет при 40, а включение при
Ну, допустим, при 39, но можно выставить любое значение, хоть минус 50. Это зависит от того, сколько вы будете ждать включения. Если у вас достигнет определенной температуры. Но также прошу не забывать то, что после выключения рост температуры продолжается все равно. Хоть и датчик работает четко, то есть после нагрева, если убираем от нагрева, то буквально несколько секунд он еще показывает плюсовую температуру, рост, и уже все. А тут уже в течение даже около минуты он продолжает расти. Так, ну все, сейчас я подключу, настрою. Также настройки будут видео, в конце этого видео будет ссылка на видео, где будет объяснено, как его настраивать. Так, сейчас я его настрою, подключу. Вот я установил наш термоконтроль. Так, у нас сейчас по датчику показывает, немножко остыл, сабвуфер и усилитель показывает 29,7, 29,6, то есть температура падает. Далее смысл наш сейчас в том, чтобы включить... Не знаю, давайте включим, может, песню, наверное. Или нет, давайте включим синус примерно 45 Гц, чтобы быстрее температуру набрать. И будем следить за тем, что произойдет по достижении 40 градусов. Надеюсь, видно, что усилитель сейчас включен. Сейчас доводим до 40 градусов и смотрим, что произойдет. Итак, у нас получилось так, что он отключается при разнице 1 градус, то есть выставлено у меня 40, а выключается при 41. Но там это все регулируется. Так, и по идее при
охлаждении до 40 градусов он должен включиться автоматически. Но мы, как видим, после выключения рост температуры всего все равно продолжает идти. Хочу отметить, что после выключения на 41 градусе катушка еще дошла до 47,2. То есть на 6,2 градуса она еще поднялась после выключения полного системы. Учитывайте это. Вот наша температура подходит к назначенной температуре 40 градусов. Ну, возможно, на 41 она включится. Сейчас узнаем. Так, 41 градус. Нет, не включается. Значит, включится на 40 градусах, как установлено. Сорок и два, 41, 40, 39,8. Ну вот, по окончанию всех тестов хотелось бы закончить на этой ноте, в принципе, видео. Думаю, по видео все понятно, как работает термоконтроль. Как показывает датчик температуры, все очень круто, все понравилось. За все прошедшие дни, которые я собирался в буфер и дорабатывал его, результат просто превосходный, мне очень понравилось. Еще, конечно же, хотелось бы его использовать на более высоких мощностях. Ну и полный тест уже в установленной системе тоже было бы интересно посмотреть. Снять, заодно и себе посмотреть. Но все, наверное, на этом. Еще бы хотел сказать, что взяли бы производители себе на заметку о термоконтроле, оборудовали бы свои сабвуферы датчиком, выносным дисплеем. Я думаю, было бы очень круто. Ну ладно, всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте, спрашивайте, добавляйтесь в друзья. Все, всем удачи, всем пока.